Всем-всем большой привет, зрители нашего канала. Большой-большой привет вам. Ходила утром к зубному, ну, уже ближе к обеду. У меня, видите, в щеку все дует и дует. Вот, и пошла к зубному. Встретила зрительницу нашу, Кристина. Большой привет, если вы нас смотрите. Кристина и дочка Эмма. Я говорю, не лучшее место для встречи у зубного, а не то, что пришли к зубному. Вот, ну, в общем, дождалась своего врача. Я говорю, так и так, болит ночью, все. А он говорит, что вы хотели, говорит, это у вас сложная операция была, тыры-пыры, разрезали, говорит. Поэтому, говорит, к завтрашнему дню, говорит, все должно уже пройти, говорит, и да нормально, говорит, что опухоль, что вот эта щека раздутая. Поэтому, говорит, не переживайте. Выписал мне, как кетанов, да, таблетки. У меня есть, я покупала в Турции, забыла, какие, не месил. Но они, короче, мне вообще не помогают. Вот, и поэтому кетанов сейчас зашла по рецепту, они вот в перекресток зашла. Вы представляете, в перекрестке, около перекрестка встретились с Леной, она там покупает продукты, тоже хочет спечь пирог шарлотка. Почему тоже? Потому что я хочу завтра сделать пиццу, купила специально продукты с грушей и с горнадзолом, как сыр, господи, как называется, горнадзол или как он правильно называется. Ладно, сейчас домой приду. Покажу, сейчас Лена выйдет, с ней еще немножко поболтаем и пойдем. А, время быстро бежит, у меня сегодня в 3 часа маникюр, все. Ногти, видите, как отросли, очень хороший у нас мастер Нелли. Месяц с чем-то держатся ногти, я их делала, не помню, числа 5 или 7, то есть уже получается 5 недель, и фу-фу-фу, не ломается ничего. Не знаю, какой лак выбрать, потому что из-за зубов целую неделю настроение не очень. Оно отпускает, когда я отпускаю, я все на свете могу переделать быстренько. А потом заново начинается к ночи, и у меня уже все, я сегодня не то на одной щеке сплю, больно, то на другой, больно, то на спине. Юра тоже говорит, ну что ж это такое, тебе такие мучения. Ну, бывает ничего, мы сильные, все перетерпится. Так что, единственное, что... Я вот думала, у меня сегодня вечером танцы. И так надеюсь, что за целый день у меня все-таки уже пойдет. Я все-таки пью антибиотик, мне выписали. Цифран, по-моему. Да, Цифран СТ, что ли. Вот, на 5 дней. Поэтому думаю, все к вечеру лучше будет. И я смогу пойти на танцы. Ну, заниматься буду не в полную силу. Хотя с нашей молодежью не в полную силу не получается. Если они что-то делают не в полную силу, то мне нужно постараться, чтобы их догнать, запомнить и так далее. Ну, я это делаю для души, не для показательных выступлений. Не готовлюсь на большой сцене выступать. Просто этим мне нравится заниматься. Так, ладно, пойду потихонечку. Сейчас, Лена, дождусь, поболтаем, пойдем дальше. Так, а еще я купила в перекрестке себе лотерейный билет. Вот. Ну, Юра всегда смеется, говорит, что ты пытаешься выиграть там? Работать нужно, он всегда мне так говорит. Я говорю, ну что, говорю, сам процесс. Я вот тут выиграла недавно 250 рублей. Вот, 150 стоит билет, 250 выигрыш. 100 рублей в плюсе. Если на перекрестке были, там, кстати, виноград был дешевле. Здесь 229, 249, а там прям... Ай, не помню. А, здесь вообще 107. Не знаю, веточку виноград что взять. Что-то хочется себе чем-то побаловать, а чем не знаю. Так, ладно. Я взяла себе кишмиш, пятерочки. Сейчас скажу, почему. Кишмиш мне больше всех понравился. А, да, 229,99. Короче, 230 рублей. Еще вот этот мне хлеб нравится. Называется фитнес-батон. Он такой маленький, мягенький. Так, и мне нужно осталось купить моцареллу. Ну, в принципе, все. Остальное у меня все есть. Так, моцарелла. А, кстати, здесь тоже сыр вот такой вот есть. Какой мне, в принципе, его можно было такой взять. Гранд Блю. Так, ладно. А, нужно мне моцарелла. 125 грамм. Такой возьму. Нормально. Так, все. Хлеб, виноград. Моцарелла, сейчас пообедаю и что буду делать? И пойду к Нелли делать ноготочки свои красивые. Сейчас покажу, значит, что я купила. Ну, виноград это так поесть сейчас. Для моей пиццы, которую буду готовить на днях, моцарелла мне нужна будет. Таос у меня закончился.
хлеб я вам показала, видно сейчас, попробую пожевать чуть-чуть, хотя мало вероятно получится. Короче, для пиццы две груши, моцарелла и дрожжи. Так, мандарины сейчас поесть, взяли. И вот такой вот сыр мне понадобится. Вот он как называется-то, где он тут название-то? Сыр итальянский. Ну, вот этот вот, короче, как тут не видно мне. Гранзол, или как он правильно называется, короче, по рецепту буду делать. Пиццу с грушей, с этим сыром и с моцареллой на днях. О, вышла от Нелли. Вот такие ногти захотелось себе сделать, не знаю, как вам видно. Они что-то как-то... Это... Как называется? Короче, вот такой цвет он. Блестящий, кошачий глаз, вот, пока вспомнишь. Ну, так не видно, вот так, вот, захотелось такой цвет, кошачий глаз. Хочу сказать, что на улице так потеплело по сравнению с вчерашним днем. Сейчас уже 7 градусов, тишина такая, воздух свежий-свежий, чистый, снег практически весь растаял, в общем... Красота. Вот была бы такая осень, вот такая погода бы, да, вообще до 1 декабря. А потом резко бы снег выпал, и была бы снежная погода. Я не люблю вот эти вот промежуточные, когда дождь, когда слякоть. Я вообще люблю вот такую очень сухую погоду. И вообще мне нравится теплая погода. Море, солнце, чтобы не очень жарко было. Ну, сейчас в Турции хорошо. Вот, в Таиланде, наверное, хорошо. Везде хорошо, где нас нет. Шутка. Так, а фестиваль уже «Золотой осень», я так поняла, закончился. Он, наверное, неделю шел. Вот, а здесь, что здесь опять делают? Снега навезли. Тут бассейн был, каток, наверное, буду делать. В общем, в этом месте... Постоянно что-то строят наши строители. Ну и у нас вот такая вот золотая-золотая осень. А, девчонки, как всегда, быстро сделала салат. Ну, как быстро овощи отварились. Это мне сельдь под шубой с слоями, селедка, лучок, картошка, морковка, свекла. И я сверху украсила петрушкой с нашей дачи и грецкие орехи. Еще все теплое. А все это ставлю в холодильник и все-таки убегаю на танцы. Решила пойти сегодня. Ну, что делать? Нельзя раскисать, нужно двигаться. Поэтому зуб побаливает, но ничего страшного, пойду. Ну что, Юра приехал домой. Юра, нехилый у тебя будет ужин сейчас. Бодейка с салатом. В общем, мы на улице встретились с Юрой. Садись, буду рассказывать. Он говорит, ты куда? Я говорю, я на танцы. Он говорит, ты что, говорит, с ума сошла, говорит, тебе что, говорит, доктор, памятку не дал, говорит. На какие танцы, говорит, ты собралась, говорит, зуб, флюс, весь опухший этот, щека, в общем. Он мне сказал быстро завернуть в дом, и все. Юра достал себе... Ты же все равно поперлась, пошла, а после, наконец, ты начал головой думать, и тебе начало доходить, что со здоровьем не надо шутить, это не шутки, там, и прибаутки. Настолько... Ну да, я так еще подумала, все, у меня еще вообще не зажило. Я, конечно, хотела пойти развеяться, ну, чувствую, что силы есть, но на самом деле рот-то перекошенный. А я вот думаю, что у нас билет еще не куплен, путевка не куплена. Я вот жду, что доллар должен снизиться. Я вам всем сказала... А он не снижается ни хрена. Сегодня опять 97. Когда мы прилетели из Турции, я говорила, нужно брать билеты. Юра, все считают, что ты алкоголик, а ты вот айран наливаешь. Почему не сразу? Я хотел вина налить, но после думаю, я айран. Мне айран нравится. Вот этот хороший айран. Ну, я сейчас тоже попробую. Он такой чем-то на турецкий похож. Я сняла вчера видео, мне люди написали, говорит, Юра, говорит, любит поддать. Это, говорит, заметно. Я представляю, что если бы все так поддавали. Юра, что у нас, пластиковые только ложки в доме? Ты как-то, у тебя пластиковая ложка. Я накладываю пластиковую ложку. А тебе нужен хлеб? Мне вот не нужен хлеб. Ну, ты голодный, да? Картошка с хлебом не ем. А ты был на обеде? И да, я приехал,
Забежал. Я же выехал в 4. Проснулся в 4, да. Я выехал. Видела. Выехала я 5:20. Угу. Слушай, на первый свой заказ. Ты у меня становишься героем мукбанков. Давай ты покушаешь, а потом я с тобой продолжу. Ну, там надо глаза выпячивать. Это выпячивать глаза не могу. Выпячивает глаза. А зачем выпячивать? Не знаю, почему-то. Так надо, да? Угу. Ладно, ты пока кушай, сейчас попозже продолжим, угу. Да? Да. В общем, я хочу сказать, что вот этот айран, это сплошная соль. По мне. Почему он такой соленый? Ну, не знаю, но мне нравится. Тебе нравится? А мне что-то не очень. Я же говорю, что я люблю турецкий айран. Юра, ну как тебе, полегчало после того, как ты поужинал? Да нет, я когда я не досып у меня, я как вялый такой, невозможно. Вот поэтому я хочу сказать, что я очень не люблю вот эти ночные рейсы. Когда, допустим, ты вылетаешь в 9, и в аэропорт тебе нужно ехать там в 4 утра, и ты чувствуешь себя разбитый полностью, правильно? Поэтому в Таиланд нужно выбирать очень грамотно билеты. Я хотела сказать, что, Юра, уже снег пошел. Так ты говоришь, мы будем за грибами ходить. И никуда мы с тобой не сходили. Почему? Ну, надо делать выводы из всего. Люди другие, у других людей почему-то получается ходить за грибами. И консервацию сделать. А их мужья в 4 утра не уезжают. Не уезжают. Поэтому надо выводы делать. Либо грибы, либо работать. Да не, на самом деле мы с тобой еще те грибники, да? Не очень, как говорится, понимаем, да, в этом деле? Ты в Турцию уехала. А, да, я, ты кстати, весь, тогда. Точно, я весь грибной сезон. Ты же привела-то где? На море? На море. Вот в чем дело. Мне так не хватает моря, я сегодня иду. А мне не хватает тебя. Ой, как приятно слышать. Так, ладно, дорогие друзья, буду заканчивать. В общем, вот так вот сегодня прошел день. Ну, как бы грустно, конечно, от того, что ты не можешь полноценно двигаться, ходить, пойти на танцы. Ну, надеюсь, что скоро процесс выздоровления наступит, что я послезавтра смогу пойти. Девчонкам написала, все, говорю, не пойду. Ну, на самом деле, я готова была пойти, но все-таки, наверное, правильно, зубами не шутят. Пусть он до конца уже заживет, и тогда уже пойду. И сегодня с мамой не ходили, потому что как-то, ну, я пока до зубного сходила, пока туда-сюда. Ну, в общем, не было настроения ходить 10 тысяч шагов. Ну, в общем, я очень надеюсь, что завтра мне уже будет намного лучше, что опухоль спадет, и я буду вести нормальный образ жизни, который я привыкла вести. Это много двигаться, много ходить пешком, с мамой походить, и все-таки на танцы люблю ходить. Ну, короче, вот так вот как-то. Ну, ладно, у всех все бывает, поэтому все. Как говорится, будет новый день, будет новое видео, будет новое здоровье. Вот. Ладно. Что, остается пораньше лечь спать сегодня. Сейчас посмотрим какие-нибудь социальные сети перед сном. Ну, надо, как у маленьких детей, честно, отбирать телефоны, потому что тоже уже встаешь, вот честно, в туалет идешь с телефоном. Завтракаешь, обедаешь, ужинаешь с телефоном, вечером перед сном тоже что-то смотришь, вот так вот, ну, как бы тоже это такая вот зависимость сильная, на самом деле, то там хочется посмотреть, то, получается, очень времени много уходит на это все. Ладно, все, всем пока, мои хорошие, до новых встреч.